Друзья, я хотела бы сейчас прояснить ситуацию. Вот, наконец-то, сегодня с утра получила ответы от нашего директора исполнительного СЭО Мигель Гомеш. Значит так, все те формы, которые мы получаем на e-mail, на почте, это формы юридической нашей собственной ответственности. Мы соглашаемся с переводом нашей базы данных на новую платформу и соглашаемся с теми условиями, которые будут прописаны, вот те 6 страниц, которые ошибочно сегодня разослала инженерная служба, это ошибочно, вы получите другой email. Это все будет в бэк-офисе. Вот мы соглашаемся на перенос наших данных, мы указываем свою фамилию, свой логин и свой документ, подписываем и отправляем. Если мы не делаем этого, то через 5 дней, то есть компания не получает ни соглашения, ни отказа, через 5 дней данные этого человека юридически подтверждаются на новой платформе. Это легальный период пятидневный, когда компания дает возможность кому бы то ни было согласиться, либо не согласиться. Никакого отношения эти сроки 5 дней не несут к выводу, никакого отношения не имеют. Поэтому все, что касается финансовой платформы, это зона ответственности Клаудио Энрике. Я думаю, сегодня, потому что было объявлено, что сегодня будет какая-то инструкция, но это уже в другой части. То есть мы ждем официального согласия. Сообщение. Я говорила утром с Мигелом, он сказал, что это юридическая часть обоснования документа оборота на платформе. Именно отсюда вот эти 5 дней легальных, когда человек может подписать, не подписать. Не сделал ни того, ни другого, автоматически его подпись засчитывается в плюс. Все, вот только это. Поэтому... Если уже получили, ошибочно разослали уже по многим имейлам, разослали форму, которую не нужно распечатывать и подписывать. Одна страница, где текст будет о том, что вот вы согласны с тем, что ваша база данных, согласно вот тех позиций, которые там указаны по закону страны, где зарегистрирована компания, они будут использованы в нуждах компании, да, и переносятся на новую платформу. Вы пишете имя, пишете логин, указываете логин в системе. Пишите номер документа, подписывайте и отправляйте. Все. Это разные вещи ответственности. Поэтому не будем вот эти 5 дней заносить в общую систему запуска системы вывода. Мы все ждем информацию по выводу, я надеюсь, сегодня.